Более 30 лет в системе автотранспорта, из них 6 лет директором Видновского троллейбусного парка. К своей работе Ольга Киндина относится со всей ответственностью, предпочитает лично за всем следить. Такой добросовестный труд нашел признание на региональном уровне. Накануне дня автомобилиста Ольга Геннадьевна была приглашена в Дом правительства Московской области, где из рук губернатора получила благодарственное письмо. Как в каждой работе, надо любить свою работу, быть очень ей преданным, потому что не всегда от работы получаешь одни успехи, награды и достижения. Бывают это и слезы, и обиды, и что-то не получается. Транспорт надо любить. Кто приходит в транспорт, тот остается на всю жизнь. День автомобилиста в России отмечается каждое последнее воскресенье октября. Это праздник всех людей, которые неустанно несут очень ответственную службу. Но на один час сотрудники троллейбусного парка оторвались от своей деятельности, чтобы принять участие в торжественном награждении. Вслед за губернатором Ольга Киндина поздравила своих сотрудников с профессиональным праздником. Я надеюсь, у вас у всех хорошее настроение в преддверии праздника. И что нам есть друг другу сказать, что у нас есть возможность, благодаря нашей администрации, наградить достойных людей, которые приносят большой вклад в развитие нашего предприятия. Благодарственные письма и грамоты сотрудники предприятия получили от лица главы Ленинского района, Совета депутатов муниципалитета и главы города Видное, который лично поздравил транспортников с праздником. Видновский троллейбусный парк – стабильно работающее предприятие, конкурентов которых сегодня нет, это точно. И знаю, что у вашего директора очень много планов, в том числе уже переходить на другие виды транспорта, не электрические, и осваивать рынок обслуживания пассажиропотока. И это очень важно, очень нужно, и мы в этом деле, Ольга Геннадьевна, вас поддерживаем. В этот день за добросовестный труд были отмечены десятки сотрудников предприятия. Признание своего труда для них – лучшая награда. Оно дает стимул на дальнейшую деятельность. Я очень счастлива, что я получила эту награду, что я работаю в этом коллективе. Я очень счастлива. Коллектив очень хороший. Вот действительно, вот чувствуешь поддержку. Несмотря на всю серьезность работы сотрудников троллейбусного парка, время находится и для творчества. Для многих было неожиданностью увидеть коллегу Татьяну Скоринину в русском народном костюме, исполняющую зажигательные песни. Гости с удовольствием подхватили волну позитива и поддержали выступающую аплодисментами. Море улыбок, цветов и хорошего настроения. Вдохновения от этого дня хватит на весь следующий год. Юлия Погосян, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ.